Так, этический кодекс департамента. Получается, это то же самое, что и клятва Гиппократа, и присяга у МОМЗ, получается. Только это у нас в МЮ. Этический кодекс звучит так. Как правоохранительный офицер, моя фундаментальная обязанность служить обществу, защищать жизни и имущество, защищать невинного от обмана, слабых от притеснения и запугивания, мирных от насилия и беспорядка, и уважать конституционные права всех людей к свободе, равенству и справедливости. Я буду сохранять свою личную жизнь незапятнанной, как пример для всех, поддерживать храброе спокойствие перед лицом опасности, презрения и насмешки, развивать сдержанность и постоянно помнить о благосостоянии других. Честным в мысли, и в деле, и в моем личном и официальном жизни я буду примером для подражания в соблюдении. Секунду. Я буду примером для подражания в соблюдении законов своей земли и правил моего департамента. Вне зависимости от того, какую конфиденциальную информацию я получу, я буду сохранять ее как никогда секретной, если ее разглашение не будет необходимой при исполнении моих обязанностей. Так, остановились на моих обязанностях. Я никогда не буду действовать неофициально или разрешать личным отношениям, предупреждением, враждебности или дружбе влиять на свои решения. Я буду служить закону вежливо, с пользой, без страха преступных намерений, никогда не используя нетребуемую силу и никогда не приму поощрение. Я признаю свой значок символом общественной веры и буду поддерживать общественное доверие до тех пор, пока я верен полицейской службе. Я всегда буду стремиться достигнуть этих целей и идеалов, посвящая жизнь Богу и моей выбранной профессии полицейской службе.